сегодня, мне кажется, такой отличный формат, когда собрались в зале все вместе, когда есть возможность откровенно обсудить все вопросы, проблемы и противоречия, и сделать так, чтобы сблизить подходы государства, различных структур, которые занимаются молодежной политикой, с собственно целевой аудиторией. Это не отдельные какие-то люди, это те же самые мы с вами. Молодежная политика в этом смысле не может быть оторвана от общегосударственной и не может развиваться отдельно. Основные ключевые задачи, как мне кажется, данной рабочей группы, наконец-то определиться и понять, а что на самом деле нужно молодым людям, то нужно молодежи. И для этого спасибо, сегодня был хороший кейс с ребятами. Мой вкус, если говорить о том, что может дать нам государство и вот эта вот все молодежная политика, то, конечно, мне очень нравятся все эти форумы, которые сейчас проходят. К молодежи мы все-таки относимся как-то постоянно говоря о том, что она что-то, ей в чем-то нужна помощь. Ей не нужна помощь. Ей нужна помощь только в одном, в том, чтобы ее приняли как равного.